она съем твою руку. Итак. Вот! Нет! Но нет! Ну, это нет, же телефон! Не хочу! Нет! Нет! Ой, как же хочется в туалет! Сейчас получится, блин, равновесие теряют. Страусы прячут голову в песок. А высовывают попу. Шарик, ко мне! Есть! Хозяин, может, я лучше не буду? Дай понюхаю подмышку. Дезодорантом пользуешься? Ой, что-то не пользуешься. Ой, темно на улице стало. Это ты во всем виноват. Жми сильнее, у меня фары тухнут. Я влюбился в вашу попу. Кто же вы по гороскопу? Я сейчас выйду гулять, Шарик, жми залететь. Меня! Да. Недолет. Сегодня я не приду, Шарик. Сейчас. Играем в мини-гольф. Итак, Барсик, помоги. Хорошо. Опа. А у денег? Батлфлип. Воу! А ты сможешь подписаться и поставить лайк за 3 секунды? 1, 2, 3. Молодец, спасибо, ты настоящий искатель приключений. Коты, летуны и прыгуны, всем привет! Привет, друзья! Играем в самый смешной не засмейся челлендж, но нам нельзя смеяться. А вы напишите, кто из нас проиграл и сколько раз засмеялся ты. Самые крутые видосы про животных, поехали! Барсик, осторожно! Бздыщ! Упал, друзья! Поехали! Кто там? Там, короче, к нам заползла какая-то черепашка по кличке Барсик. Долечу, не долечу! Ребята, попытка засчитана! 5 минут полет нормальный. Я скалолаз, сейчас к себе домик проберусь. Ты что, белка? Ё-моё! А я мусорная собачка, можно уже прятаться? 1, 2, 3, 4, 5, мы идем тебя искать. Выходи, Барсик! Барсик, давай выходи! Я улетел. Не пойду! Так, я все рассчитал! Я сейчас выйду гулять, Шарик! Должен залететь! Да. Недолет! Сегодня я не приду, Шарик! Так, сейчас! Круто, не смеешься! Я хотел зайти! Мыльный пузырь! Зачем ты забрал? Он мой был! Фу, какая попа! Господи! На меня напал столбняк! Так, а ну! Недолет, друзья! Коты-летуны! Очень крутые, очень здоровые. И второй здоровые. Кот такой. Фу, еще один прыгун. Отлично. А хозяйка такая, ты что тут делаешь? Ай, я скалолаз. Зацепился, не получилось. Нет, все нормально. Это я прыгал, все нормально. Все, я живой, здоровый, лапки не поломал. Ой. Так, потягушки. Ой-ой-ой, это тушканчик. А ну, прыгун в зеркало. Давай, вздыщи. Круто. Ой, хвост. Хоровод с хвостом. Ты зачем с хвостом играешь? Котенок маленький. А что у тебя с носом? Мама, папа. Ой, блин, недолет, друзья. Такой маленький я уже прыгун. Итак, если я спрятался в коробке, значит, меня никто не видит. Да, тебя теперь никто не видит. Ой, тепленькая пошла. А когда нормально дадут воду, друзья? Не знаю. Ее отключили, надо заплатить. Блин, у меня денег нет, что делать? Точно. Иди-ка, вода. Капай. Принимаем ванну. Ой, мыша. Догоню. Ой. Да блин, это не настоящая мыша. Ага. Так, надо спрятаться так, чтобы меня никто не нашел. Я... Басик, ты не страус. Только страусы прячут голову в песок. А высовывают попу. Фу. Басик, что ты делаешь? Я застрял. Ой, какая вкусная. Кашка молочная. С хлопьями, моя любимая. Можно лапку помакать? Как он аккуратно это делает, Лера. Ты видела, вообще молодец. Так. Ой, мусорник. Делаем из мусорника пропеллер. Все, пропеллер окончен. Получит. Ой, темно на улице стало. Это ты во всем виноват. Круто. Это, жми сильнее. У меня фары тухнут. Сильнее жми. Сильнее меня массажируй. Кто там? Сфинкс. Божечки, это же сфинкс. Делай раз, делай два. Скоро у нас соревнования по балету, Шарик. Ты должен быть хорошо подготовлен. Я все понял, хозяин. Повторяю за тобой. Ой, господи. Что это такое? Улетел. Открываем упаковочку. Я играю. На гармошке. Нет, на струне на одной. Шарик, лови. Шарик, где он шарик? Туда залетел. Блин, господи. Хозяин, там сейчас шарик. Сейчас пойду. Ё-моё, вздыщи. Шарик был подставлен. Пустите. Дверь открыта. Шарик, дверь. Правее. Барсик, дверь лети. Круто. Попугай. Что такое? Хозяин, тут попугай. Боже, как он с ума сходит. Сейчас я его атакую. Это, слышишь, Шарик, когда будет твоя очередь уже его возить? Я не понимаю вообще. Я его вожу, он такой тяжелый, жирный кот.
Следующая остановка – кровать. Следующая остановка – чебуречная. А если корм застрял в лабиринте, то наша собачка Шарик его достанет. Ой, что, господи. Господи. Это, я влюбился в вашу попу, кто же вы по гороскопу? Я водолей. Бегу. Вау, ничего себе, сюда побегу, нет, туда побегу. Блин, я с ума сошел, куда я бежал? Ё-моё. Ты цирковая собака Шарик, блин, я не знал. Чего за Валим. Шарик, ко мне, есть. Хозяин, может, я лучше не буду? Дай понюхаю подмышку, дезодорантом пользуешься? Ой, что-то не пользуешься. Эй, привет! Привет! Я тут лежу, блин! Упал уже. Так, все. Друзья, кто из нас сегодня больше засмеялся и сколько раз ты, напиши нам обязательно. Ой, как залезть, блин! Как же залезть? Попа перемешивает! Попа тяжелая, надо меньше кушать. Блин, у меня лапки такие короткие, как же забраться? А! Нет, я попа, помоги тебе! Надо подтягиваться. Хозяин, помоги, пожалуйста, хозяин. Блин. У него реально лапки короткие. Итак! Блин, надо скатиться по горке, но что-то я наверх не могу забраться. Сам себя, короче, забегаю и сам скатываюсь. Я своей веселой рожей сам себя и веселю. Ох ты! Черепашка! Черепашка в рубашке! Блин, все лицо закрыла, Лена. Кот, летун и прыгун. Самый настоящий, друзья. Так, смотрим дальше. Блин, как к горбу прийти. Как кушать хочется, как кушать. А этот, она левее. Тебя вообще-то дверь открыта. Шарик, дверь левее. Я пиратский кот. Я отправляюсь в свое кругосветное путешествие на пылесосе. Барсик, у тебя все нормально с головой? Да, хозяин. Все, мне не хватает попугая и шляпы пиратской, друзья. И пистолета. Хозяин, пожалуйста, дай номер карточки. Ой, котенок. Господи, телефон. Нет. О, нет. Ну, это же телефон. Нет. Сальтуха. Сальтуха, друзья. Я все равно боюсь телефон. Эй, ты, иди гулять. Господи. Я толстый. Вот. Прорвался. Да. Молодец. Я толстый. Лапками помогает. Все дела, друзья. А, очень круто. Так. Ой, ты что там спишь? Не засыпай, мы же в ММАС играем. Нет, я не сплю. Не-не-не, я не сплю. Ну что, я так просто глаза закрыл, моргнул и не выморгнул. Опор! Валим! Кто последний, тот вонючка. Я последний. Нет, я не последний. Мы все не последние, мы все несем. Глянь, они реально втроем все тащат эту палочку. Здорово, друзья. Обалдеть. У кого какой питомец и как его зовут, напиши нам. Итак, лови. Прыжок. Ой, блин, недолет. Ё-моё. Ай, блин. Он еще и на меня упал. Вот это да. О, здравствуйте. Сегодня на нашей кухне мы с вами готовим вискас своими собственными руками. Дайте, пожалуйста, нам помидоров. Барсик, ты точно уверен, что для вискаса нужны помидоры? Так у меня просто в холодильнике больше ничего нету. Ох ты. Итак, собака. Летун, прыгун. Сейчас упадет, блин, так жалко. Давай, щенок, у тебя получится. Лети! Полет! Ушами маши! Нет, не упал! Ребята, здорово! Ой, такое кино было интересное. Мне так понравилось. Мне были на так Таити. Понравилось. Не были мне на каком-то Таити. Прыжок! Итак, раз, два, три. Не полет. А хвост попал. Блин, хозяин, блин, спалился, извини, пожалуйста. Упал. Поломался. А, блин! Хозяин, тут у тебя предметы живые. Падают, ага. Я тут сижу, коктейль пью. Коктейль попиваю, жизнь удалась. Хомяк, выходи. Выходи играть, я тебя съем. Ой, как же хочется в туалет. Сейчас получится, блин, равновесие теряю. Сейчас. Блин, хозяин. Выходи, вышло. Господи, так, это диск. Господи, что на нем записано? Наверное, фильм какой-то. Ой, какой страшный. Так, это кот, боевой котенок. Не нападай на меня. Опа. Я тебе сказал, убери руку. Твоя рука меня раздражает. Сейчас я тебя съем, хозяин. Я к тебе ночью подкрадусь и коварно съем твою руку. Итак. Круто. Ё-моё. Выпустите, хозяин. Я пришел, покупки принес. Пакет напал. Господи. Что делать так? Лазер. Прых. Я под кроватный кот. Хозяин, спаси меня. Спаси, хозяин. Достань, пожалуйста, меня. Это, давай играться. Я пошел, мне пора. Так, друзья, смотрим дальше. Очень крутые видосы. Вау! Ребята, это кот Спайдермен. Он бегает по стенам. Я хочу гулять. Там мои все друганы на улице. Ё-моё! Чуть не упал, друзья. Соскользнул.
Тук-тук-тук, кто там? Это я зацепился, извините. Отсоедините меня. Как включить Among Us? Как включить? Пожалуйста, предатели атакуют. Ой, с дивана, так высоко прыгать. Парашют надел? Да, надел, мама, толкай. Есть! Коса скользнул. Это все он виноват. Это он подрал диван и подушки, это не я. Так, играем в мини-гольф. Итак, Барсик, помоги. Хорошо. Опа. Круто. Воу. Психану. Я псих. Я люблю, ненавижу. Я психованный кот. Я спокойный кот. Я играю с коробочкой. Мне в жизни больше ничего не надо. Так, это мое одеяло. Пойдем гулять, мое. Почему вы забрали мое одеяло? Чем я буду укрываться? Я голенький. Что это такое? Батлфлип. Воу. Обалдеть! Как? И шарик такой, ты что? Круто! Дай моя морковка! Это не морковка, это пирожок! А ну отдай сюда! Догоню, по попке надаю! Так, это швабра, она на меня опять напала, коварная, она еще и шевелится, сопротивляется. Слушай, кот! Как победить так, швабру? Это... Играет в казино! Классное у меня сегодня везение и удача, я уже себе на одно розовое платье выиграла. А ну, делаем ставки, ставок больше нету. Отлично, о, по снегу. Ой, собачка. Белая собачка. Холодно, наверное. Ой, она лапки застудила, смотри, замерзла. Итак, вау, видела прыжок? Сейчас будет сальтуха, Господи, о нет, только не это. Кто там? Там что-то в этом плафоне. Итак, сейчас будет... Летающий кот, я бадабаду, кот Тарзан. Я бадабаду. Есть, допрыгнул, друзья. Поддержите лайком эту серию, кто из нас больше сегодня засмеялся, сколько раз ты. Смотрите все видео на наших каналах, по лежкам. Максим Плей Геймс. Все ссылочки в описании, подписывайтесь, жмите колокольчик, ведь мы все стараемся только для вас, потому что вы на самые лучшие. Мы всех очень-очень любим. Всем пока!